Погнали! Привет, друзья! Меня зовут Костя Юдин. Сегодня я хочу пригласить вас в Милхаб. Здесь мы закончили свое очередное произведение искусства. Такой прекрасный водопад. Но сейчас я хочу отмотать время немножко назад и показать, каким образом мы красили скалы, то есть технологию покраски скал. Значит, итак, покраска состоит из нескольких частей, из нескольких этапов. Первый этап – это грунтовка. Грунтовка должна глубоко проникнуть для того, чтобы забить поры бетона, для того, чтобы бетон крепко стоял и краска хорошо держалась. Вторая часть – это нанесение темного тона. То есть сначала наносится черный цвет, и скала сначала становится темными. А потом следующая часть из разных красок, природных оттенок и природных красок. Мы даже специально используем природные компоненты для смешивания красок. Потихоньку переходим к светлой. То есть сначала черный, потом коричневые цвета, темные коричневые, да, потом темно-зеленые, красные. И уже чем ближе к вершине, тем мы высветляем и высветляем. То есть применяется много оттенков красок. И это именно создает природный цвет, природную фактуру. А вот эту фактуру, которую вы здесь видите, подсказал мой друг. Он тоже делает очень красивые скалы у себя в ландшафтном центре Ева. И он говорит, смотри, проезжал мимо каких-то куч, которые размылись дождем. Он говорит, смотри, какие потрясающие фактуры скал. Ты можешь мне создать такое подобное, чтобы я посмотрел? И вот я как раз сделал такую фактуру для того, чтобы его идею уже начать воплощать в жизнь. Спасибо большое, друзья, за внимание. Я очень рад, что вы со мной. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Меня зовут Костя Юдин, я ландшафтный архитектор. До новых встреч, пока!